Всем привет снова, здравствуйте, давайте разберемся в этом ролике, как сделать голову мультяшного барана. Тут у меня задумка такая, нужен баран. Погнали разбираться, я опять же в Скульптрис. Колесиком уменьшается все это, делается симметрия, включается, и погнали все это дело делать. Поворачиваем на один бок, вот так, ставим граб. Смотрим, глобал надо отключить, сделать побольше кисть и вот так вытягиваем. Вот такая штука. Чуть-чуть боком ставим и немножко вниз загибаем. Все, вот с этим теперь будем работать. Погнали. Прибавляем Alt, левая кнопка мыши, и теперь поработаем, наверное, драйв включим. Клей не будем включать. И вот так вот все это дело тут морду поприбавим. Вот так вот. Кисть чуть-чуть можно побольше. И центра добавим вот так вот. Все, вот центр добавлен. Теперь можно поработать, именно наметить глаза. Включаем клей, включаем инверсию, уменьшаем кисть. И вдавливаем вот так вот. Все это сделано, теперь можно клей и инверсию отключить и поработать немного клеем. Кисть опять же чуть поменьше. Погнали, вот так вот поприбавим тут чего-нибудь. Вот так вот. И теперь можно, наверное, еще вот так вот, отключив клей, добавить веки, брови вот эти, дуги. Вот такой баран получается. Теперь можно немножко все это дело порезать. Вот таким образом. Вот так здесь наметить рот. И немного драйвом все это дело вот здесь вот приподнять. Так, следом надо наметить именно вот эти части. Опять же клеем. Здесь вот чуть-чуть вот так вот докидаем на морду. И немножко кисть побольше и добавим вот эти вот скулы. Вот тут вот так вот. Вот так все это дело выглядит. Теперь нужно немножко уменьшить голову. Вот так опять же драйв включим. Shift, правая, левая кнопка мыши можно подкорректировать здесь. Вот так вот приподнять, выровнять. И немножко вот таким вот образом. Следом давайте наметим шею. Опять же драйв. И вот так вот клей отключим. Поднакидаем вот такую плямбу, чтобы тянулась опять же лучше, не ломалась сетка. И вот так вот драйв колесико прибавляем. И немножко вытягиваем. Это очень пригодится потом в ZBrush, чтобы нормально все не ломалось. Вот таким вот образом. Здесь можно чуть даже побольше и пошире. Вот так вот. Чуть-чуть здесь тоже можно уменьшить. Вот такая простенькая болванка получилась барана. Опять же Shift все это можно выгладить. И Drive чуть-чуть вот здесь вот приподнять. А вот эту губу, нижнюю челюсть, припустить. Так, следом накидаем клеем побольше морду. Вот так. И немножко порежем. Вот таким вот образом. Вот так вот. Теперь поработаем флаттеном. Немножко посгладим. Кое-где сделаем вот так вот поменьше, поглаже. Вот эти части тоже можно немножко подгладить. Вот так. И немножко вот так выгладить шифтом. Так, теперь что нужно? Уши нужно. Делаем Ctrl и маскируем вот эту часть. Делаем Ctrl-I. И немножко накидаем опять же массы. Клей отключим. И вот так все это дело здесь поднакидаем. Вот такая получилась шишка. И вот теперь эту шишку можно грабом тянуть. Вот так. Вытягиваем. Немножко корректируем вот сюда, в бок.
Вот такая получается штука. И немножко расширим по бокам вот так. И немножко вытянем. Пусть побольше уши будут. Так, следом можно включить драйв и инверсию. Кисть можно чуть-чуть уменьшить. Интенсивность тоже уменьшить. И вот так все это дело здесь углубить. Опять же повторюсь, леплю почему в скульптурс, потому что в скульптурс проще объяснить, видно очень все детали и все объясняется более-менее понятно, наверное, чем в ZBrush. Вот так вот делать болванку можно и в ZBrush. Уши чуть-чуть подводим, где-то что-то выглаживаем. Вот так вот. Ну а доработку уже можно сделать в ZBrush. Опять же поработать чуть-чуть драйвом по глазам. Вот так вот. Чуть-чуть поближе поставить. И немножко вот здесь вот так еще больше сплюснуть. Вот так вот. Вот такая штука. И вот эту часть еще больше можно увести. А шею чуть-чуть вот так вот прибавить. Так. Типа отвисает. Ну и опять же не забываем работать инверсией. И вот так вот ее включаем. Ставим кисть побольше. И где проблематичные такие части, можно вот так вот это все дело углубить и шифтом сгладить. Вот так вот. Ну в принципе вот простой способ сделать болванку мультяшного барана. Также можно его потом переделать в козу, еще в кого-нибудь, в любой персонаж. Если, допустим, можно чуть-чуть поиздеваться с ним, также, опять же, грабом включаете, и можно уже здесь делать ему улыбку, более-менее где-то что-то приподнимать, как-то задирать морду. Будет получаться уже вот другой персонаж. Ctrl-Z, Ctrl-Z возвращает нас на шаг назад. Вот остается теперь все это дело немножко выгладить. Вот так. И уже в ZBrush добавить тело, рога и так далее. Глаза тоже можно в ZBrush добавить, чтобы здесь не заморачиваться. Ну и если что-то, работайте почаще резкой. Вот где-то что-то вот так вот можно отделять. Интенсивность ставить побольше. Делать вот так вот. И, наверное, скулы можно чуть-чуть вот так вот приподнять. Опять же, мимика за счет удивления. Брови, вот эти части дуги можно поднимать выше. Скулы можно приближать ближе, отдалять дальше. Это уже любая ваша фантазия, как вы это дело все себе представите. Вот так все быстро. Все, всем пока, до свидания. Лайк, дизлайк, как всегда.